Приветствую вас, и ситуация, как я понимаю, в том, что у вашей дочери не получается выстраивать отношения с мужчинами. В 22 года у нее уже есть несколько, двое детей от разных мужей. То есть 22 года, человек, уже несколько раз был в браке. Если быть честным до конца, да, то в браке человек был, наверное, два раза, я так понимаю. Какой вопрос? В таком случае. Почему? Собственно говоря. Почему человек был в браке два раза? Хотя ей, в общем, только 22 года. То есть, опять же, поймите правильно, я не имею ничего против ее жизни, я не имею ничего против того, что она делает. Но хотелось бы, чтобы и вы, в том числе, отдавали бы себе отчет в том, что может быть, это не такая уж и хорошая история, что ваша дочь в браке, вот, собственно, была уже несколько раз, 22 года, и неудачно, причем. С одной стороны, это свидетельствует о том, что она не реализуется, она не нацелена на себя, вот. И, ну, по-видимому, делать для себя что-то она не хочет. Реализовываться сама она не хочет. У нее идет ориентир именно на построение семьи, на попытку такую вот приблизиться к другим людям. Вот. Ну, по крайней мере, так это видится мне. Такая ситуация, так видится мне история. С другой стороны, ситуация может усложняться тем, что она не проявляет себя в полной мере. Не проявляет себя в полной мере с мужчинами. Вот. Как, например, могла бы проявить. То есть именно
женская модель поведения, женская модель поведения, у нее очень-очень, видимо, ну, хромает. Вот. И этот аспект, на мой взгляд, требует самого пристального внимания, вот, потому что, ну, как бы вот она организовывает свою жизнь сейчас, на мой взгляд, весьма таким, я бы сказал, деструктивным способом. Вот. К сожалению. И вот этот момент, в первую очередь, и нужно, на мой взгляд, корректировать. То есть необходимо вот на эти аспекты обратить внимание. С другой стороны, значит, если у него не получается отношения с мужчинами, то, по-видимому, в известной степени на это повлияли вы. Потому что у кого она училась, например, модели женского поведения. У кого она могла научиться модели женского поведения? Ну, по сути дела, только у вас. И вот это, на мой взгляд, очень важная история. Что вы ей дали, как женщина, как мать, в плане, значит, ну, в плане отношений, в плане поведения женского и так далее. Вот. Мне представляется так, что это очень важная история, очень важный момент, на который вам необходимо уже в некотором смысле самостоятельно искать ответ. Вот. Ну и вряд ли стоит добавлять, что, допустим, для нее будет лучше, если вы в некотором смысле оставите ее в покое, да, если вы не будете, допустим, ей так активно помогать, как это, ну, возможно, как это возможно вы делаете сейчас. Вот, возможно, для нее это будет куда более лучшим и конструктивным моментом, нежели чем вы сейчас пытаетесь ей помочь, не помогаете, и все, по сути, становится, если не хуже, то, по крайней мере, достаточно негативно. Вот. Я понимаю, что у вас болит душа в ней, я понимаю, что хочется ей помочь, но проблема у нее, не у вас.
У вас проблема другого типа, у вас проблема такая, что как у вас обстоят дела с мужчинами, как вы выстраиваете отношения с мужчинами, хорошо ли вы выстраиваете отношения с мужчинами, вот. И если вы хотите реально помочь своей дочери, нужно поменять свое отношение к ней. Для этого, скорее всего, нужно будет поменять отношение к себе самой. Вот примерно так, я думаю, можно вам ответить, исходя именно из того, что вы написали. Ну, именно вот, исходя из тех аспектов, которые вы написали. Свой вопрос вам, конечно, нужно дополнить, или отредактировать, вот, там, потому что... Значит, ну, не совсем понятно, что вы хотите, вот. Но в любом случае, надеюсь, что мой такой общий вопрос более-менее был вам полезен. Если у вас остались дополнительные вопросы, не по поводу дочери, по поводу себя, дочери мы поможем только в том случае, если она сама обратится к нам за помощью, вот, то можете написать мне в личку, я буду рад вам ответить и помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.